300 миллионов рублей выделено из Дорожного фонда республики на ремонт дорог местного значения. Соответствующее поручение дал глава Карелии Александр Худиланин. Сколько денег достанется городу и какие улицы надо ремонтировать в первую очередь, обсуждали сегодня в мэрии. Поговорить о наболевшем собрались депутаты Петросовета, представители администрации и общественные контролеры, которые в прошлом году наблюдали за ремонтом дорог в городе. Участники совещания сразу оговорились. Точная сумма, на которую можно рассчитывать, пока неизвестна. Поэтому список дорог, требующих ремонта, надо сделать побольше. А вдруг повезет, и к республиканскому финансированию подключится еще и федеральное. Мы не знаем, будет ли оно, но в любом варианте нам надо быть к этому готовы. Поэтому список надо чуть-чуть больше, чтобы и в случае выделения федеральных денег мы были готовы технически. Администрация предложила отремонтировать 35 участков улиц в разных районах города. В этот список, в частности, попали кусок проспекта Ленина от Куйбышева до Пушкинской, сама Пушкинская и улица Луначарского вместе с мостом. Общественные контролеры имеют право расширить этот перечень. 6 февраля списки проблемных дорог со всей Карелии должны оказаться в правительстве республики, где и примут окончательное решение, сколько денег кому достанется.